Всем привет, меня зовут Илья, и на этом канале я пытаюсь играть на бас-гитаре. Наступило лето, наступила жара, время, когда занятия на музыкальном инструменте отходят на вторые планы, не сезон, как говорят. И вообще, когда жарище лично у меня, когда варишься как в котле, мозг работает с некими задержками, не хочется ничего делать, хочется отдыхать, ездить в отпуск, инструмент вообще брать не хочется. И, собственно, бас я брал последний раз в руки, наверное, последние недели три я вообще даже не подходил к басу, не хотелось. Но играл на гитаре, занимался на гитаре. 7 лет назад, когда я служил в армии, перед тем, как туда пойти, мне многие друзья, знакомые говорили, что вот, пойдешь, целый год не будешь играть, не будешь практиковаться, техника уйдет, пальцы придется заново ставить. Но могу сказать, что в моем случае я через год перерыва играть стал еще даже лучше. Поэтому 3 недели для меня это, как скажем, только на пользу. Возвращаясь к вышесказанному в контексте лета, мне показалось, будет уместным, мне пришла в голову такая мысль, и я не стал ее отвергать сразу, сделать первый летний выпуск, посвятить его регги. Басу в стиле регги. Техническим моментам, техническим особенностям, ритмическим особенностям, особенностям звукоизвлечения, и вообще покопаться в этой теме, и расширить, так скажем, горизонты музыкального кругозора. У многих людей регги ассоциируется с летом, с любовью, добротой, с миром во всем мире, с Ямайкой, с Бобом Марли, с дредами, с неким таким экзотическим. Особенно для нас, северных людей, это экзотика, это уже априори круто, это уже априори необычно, это уже не попсово. И можно объяснить минимально любовь наших, например, рок-групп использовать какие-то регги-стили в своем творчестве. Практически у каждой русской рок-группы есть какой-то регги обязательно, 100%. Сегодня мы посмотрим, чем эти партии особенны, чем они интересны. Также забыл сказать, будет сегодня пару слов о бас-гитаристах в стиле регги, лучших бас-гитаристов, признанных, эталонных. Поговорим немножко о них, о их звукоизвлечении. Ну и вообще, может, кто-то их вообще не знает, а это будет повод узнать и расширить свой кругозор. И также будут книги, я расскажу, посоветую в конце, ближе к концу, расскажу про книги, которые могут заинтересовать человека, который хочет покопаться, хочет поразобраться в этой теме. Ну, также будут традиционно рифачки готовые и немножко упражнений, то есть практические моменты. Начну сегодняшний рассказ с характерных черт басовой линии в стиле регги, те характерные черты, которые отличают от всего остального. В большей степени отличают. И первое, самое очевидное, самое простое, которое не нуждается в супер объяснении, это утяжеленное низкое звучание басовой линии в стиле регги. Это наличие широких длительностей и жирного низкого звука. Вторая характерная черта регги – это огромная важность пауз. В регги паузы – это целое искусство, и они имеют значение не меньше, чем сама музыка, не меньше, чем ноты. Пауза равна ноте. То есть, если неправильно поставить паузу в регги, это уже будет вообще плохо. Это критично, это критическое будет. Поэтому можно часто встретить в басовой линии целые такты, когда басист не играет вообще, то есть, или полтакта, огромные паузы. В роке, например, такого нету, в попсе тоже. Обычно линия идет от начала до конца, как машина. Здесь такого нет, здесь такое художественное молчание бас-гитариста, когда он просто отдыхает. Но в этом есть фишка, в этом есть особенность восприятия этой музыки. И без вот таких вот пауз это не будет регги. Для того, чтобы не пустозвонить лишний раз, я возьму в руки бас. Давно я его не брал, но сегодня настало то время, когда есть смысл в этом. Определимся сначала. Определимся, минор или мажор, либо мы доминант септаккордовый будем обыгрывать аккорд. Ну, возьмем минор, так как минор нашей душе широкой ближе. Минорная, соль минор, например. Скажем. Как выглядят вот эти паузы, о которых я только что говорил? Ну, к примеру, такая линия. Даже метроном включу, чтобы было понятно, что без метронома нифига не понятно будет. Сейчас. 2, 3, 4. Раз, два, три, четыре. 2, 3, 4. Раз, два, три, четыре. Здесь партия... Стопа. Здесь партия разорванная. Вот эта вот разорванность и есть вот одна из характерных черт вот этого регги-партии. Целый такт басист ничего не делает. И такого много. Такого много, как бы вопрос-ответ, как в блюзе, очень похоже, но не совсем то. В этом примере присутствовала и третья особенность регги и басовой линии, это наличие широких триолей. Не пугайтесь, я сейчас объясню.
Широкая триоль, и вообще слово «широкое» в плане ноты, обычно в музыкальном сленге это имеется в виду нота, которая долго длится. Это, например, четверть или половина или целая. Это широкая нота. В данном случае имеется в виду триоли четвертями. Мы на два удара метронома извлекаем три ноты ровные. На два удара метронома. То есть в четырех четвертях будет у нас шесть нот. Если, например, триоли восьмыми, это будет у нас на каждый удар три ноты, то здесь у нас на два удара три ноты, в два раза больше, широкая триоль. Есть хорошее упражнение, которое помогает почувствовать эти триоли широкие. Естественно, с включенным метрономом. Что-то тихо как-то. Во! Хорош. Значит, на два удара, четыре четверти размера, на два удара метроном мы три ровные ноты извлекаем. Соответственно, вырубаем. Советую ознакомиться с этим упражнением, если вы хотите играть регги. Ну и вообще, эти широкие триоли часто используются в соло. Очень часто, особенно в джазовых. Мелодии строятся этими триолями. Они красиво звучат, когда, например, вот этот контраст идет. Вот как я сейчас сыграл, четверти и триоли. Четверти и триоли. И такой идет классный контраст. Например, сначала четверть. Та-та-та-та-та. Или наоборот, например, та-та-та-та-та, идет нагнетание такое ритмическое. Это можно все использовать, но это уже другая тема, я сейчас не буду об этом растекаться, потому что иначе видео займет очень много. Четвертая особенность регги – это так называемый drop one, дословно выкинутая первая нота. Ну, чтобы быть более точным, это может быть не только нота, это может быть целая доля. Нота или доля, когда мы в начале такта делаем паузу. К примеру, тот же рисунок, также метроном. Пропускаем ноту, раз, пропустили. Два, три, четыре. Два, три, четыре. Так. Здесь мы просто творчески поубирали вот эти первые доли и первые ноты. И получилась партия разнообразнее, партия интереснее. Не так надоедающая, не такая навязчивая. Это круто. И умение вот это вот в реальном времени где-то убрать, где-то прочувствовать эту долю. Это, кстати, рекомендую потренироваться. Взять, например, даже вот этот рисунок и поубирать. То есть из первой фразы первую долю, первую ноту. То есть из второй фразы тоже первую долю, ну, ноту. Смотрите на свой взгляд, на свой вкус. Можете две убрать, например. Также этот прием drop one часто используется и в ска-партиях. Ска — это так близко к регги. Подразделение, так скажем, под стиль. Но в ска, отличие от регги, басовая линия более интенсивная, меньше пауз, она ближе к року, такая насыщенная, ровная, обычно восьмыми. Там тоже очень часто используется, первая доля убирается, и получается такой drop one. В общем, рекомендую поиспользовать вот этот вот прием для того, чтобы сделать линию более интереснее для уш чужих. Еще мне нравится очень по звучанию заполнение квартами в регги, когда мы играем от ступени гаммы кварты вверх поочередно. В данном случае у нас соль минор. Вот такое будет заполнение. Я показал, например, минору, но вы самостоятельно можете также и транспонировать это все и поиграть в мажоре, например, в соль мажор. Переходим дальше к звукоизвлечению. Как же получить тот самый большой, жирный, густой, низкий, тяжелый регги-звук, который заполняет все пространство, окутывает молекулы вокруг вас. И здесь есть несколько подходов, несколько вариантов звукоизвлечения. Каждый, в общем-то, будет правильный. Все зависит от вас. Но давайте разберемся и расставим все по полочкам. Первый человек, который считается одним из кудесников, одним из мастеров регги, у него регги в крови, это бас-гитарист Боба Марли в прошлом, Эстон Барретт. Я наблюдал за его игрой и понял, что он частенько играет у грифа.
С одной стороны, это правильно, потому что все знают, что игра у грифа делает звук жирным, делает его большим и объемно заволакивающим. Но тут есть моменты. Я поиграл таким образом, и мне показалось, что при неправильности, может быть, я что-то неправильно делал, может, у меня кривые руки, но при такой игре у нас амплитуда струны довольно высокая здесь, в этом месте. И получается, что иногда у нас возникают артефакты, какие-то призвуки, призванные струны ударили по грифу, где-то что-то. И в некоторых случаях это критически будет. Потому что, смотря с кем вы играете, некоторые чуваки, например, солисты, вы записываетесь на студии, играете, к примеру, партию, и у некоторых от этого возникает очень негатив. То есть не надо вот это все, чтобы струна билась, чтобы вот этот треск, звук был, нужен чистый бас, тон. У некоторых это вызовет как диссонанс в мозгу. Поэтому я сам поиграл, мне показалось, что при моем звукоизвлечении такая техника не подходит. Получаются какие-то призвуки, получаются какие-то лишние для регги чуждые элементы и артефакты. Второй способ звукоизвлечения регги тоже имеет место быть, это мьют, когда мы кладем ребро, вы уже знаете это все, ребро руки на струны и извлекаем приглушенный звук. У этого способа есть очень существенный недостаток в том, что вы не можете работать в больших темпах, там 180, 200, даже 150, потому что у вас работает один палец, вот получится в одну сторону, вы быстро устанете, и это не получится, очень большая растрата энергии, и выглядит это будет тоже в большом темпе не очень стремноватенько. Поэтому это существенный достаток. Если большой темп, мьютом играть тяжело. Но в средних и низких темпах это очень круто. Это очень большой плюс. Во-первых, это звук. Такой мягенький. Я очень люблю мьют. Играю очень часто им, если средний и низкий темп. Даже любой стиль. Второй очень крутой регги-гитарист – это Робби Шекспир, он из Ямайки. Очень сильно повлиял на исполнителей регги по всему миру и вообще на бас-гитаристов. Также он даже на электронщиков повлиял и занимался электронной музыкой, бас с электронными эффектами разными. Что касается его звукоизвлечения, оно более традиционное, он играет на нековом датчике ближе вот здесь вот. Но при этом это не мешает ему получать правильный регги-звук. И если вы хотите, так скажем, из рук фирмачей, реально мастеров, реально тех, кто это все развивал, и лучше учиться у них, конечно, смотреть их, снимать их партии. Вот этот один из тех чуваков, которые реально делали регги. В заключение, как и обещал, расскажу немного о литературе, посоветую лучшие книги на тему регги-баса. Первое – это Эд Фридланд, «Регги-бас. Практическое руководство». Эта книга у меня уже валяется на компе лет, наверное, 10+. Очень классное пособие. Там есть и табы, есть и ноты. Это огромный сборник огромного количества рифов в стиле регги. Не только рифов, и также и партий довольно больших. И эта книга очень полезна для творческих людей, которые хотят освоить эту тему, хотят разнообразить свою партию, научиться большему, чем просто играть что-то там, свой стиль, расширить кругозор. Можно брать эти рифы как основу для своего творчества, изменять их, адаптировать под себя, просто изучать. В общем, полезная тема использования как основа, такое практическое руководство. Вторая книга, которая будет полезна, книга Криса Матеуса «Reggae Grooves for Electric Bass». Это уже менее практическое руководство, более учебник, где показаны упражнения, также табы есть, показаны какие-то технические моменты, уделено внимание мертвым нотам, ритмике. То есть уже более такое теоретическое пособие с большим количеством упражнений. Тоже довольно-таки любопытная книжка. На этом сегодня все. Это все, что я хотел сегодня сказать. Надеюсь, эта инфа будет полезной и поможет вам расширить свое поле музыкальной деятельности. Также я посмотрю, если будет интересен такой формат, там, регги-бас, например. Можно сделать фанк-бас, там, рок-н-ролл-бас, кантри-бас. То есть снять
про все стили, такие суперизвестные, менее известные, какие-то такие более специфические, можно снять, так скажем, сделать даже серию. Но это в зависимости от того, насколько это будет интересно, насколько это все просмотрится, и насколько я увижу отдачи и так далее. Ну, просто, если нет, неинтересно, зачем это делать, и т.д., и т.п. В общем, еще раз спасибо. Заходите, смотрите, наслаждайтесь контентом интересным, музыкальным. Подписывайтесь, лайки ставьте. Всем любви, доброты, пока.